женский брючный костюм уже давно стал эталоном, стилем нашего женского с вами гардероба. И наш костюм Тереза сегодня позволяет нам создать самые разнообразные образы и сделать это легко. Вы только представьте, вы можете быть деловой, вы можете стать романтичной, вы можете стать очень женственной и подчеркнуть свои формы, да еще и добавить себе настроение с помощью ярких расцветок. Как это сделать с помощью нашего главного предложения дня костюмом Тереза, поможет нам сегодня наш Микола Комендров, звездный стилист, который из нас делает сегодня звезд. Ну и, конечно же, главным предложением дня становится дебютант нашего телеканала, молодой бренд Симона. Его главным девизом является «Твоя красота, твои правила». И, безусловно, конечно же, хорошая инвестиция в гардероб в этом случае будет у нас с вами костюм, состоящий сразу из двух изделий – функционального, удобного и правильно пошитого свободного кроя жакета с лацканами и, конечно же, мягких элегантных брюк. Яркая палитра красок придаст вашему образу еще дополнительной индивидуальности, ну и, безусловно, качественная плотная костюмная ткань, которая даст возможность за таким костюмом легко ухаживать, ведь вы его сможете постирать. Вот, и какая у нас палитра с вами весенне-летняя, да, давайте познакомимся с ней. Синий благородный, статусный, фуксия яркая, насыщенный, сдержанный серый, который скажет за вас все без слов, и белый цвет. Красный, яркий, насыщенный и цвет фисташки, нежнейший. Сиреневый для себя выбираю сегодня я, и также есть темно-синий вариант цвета. Это яркая премьера, весенняя премьера от бренда Симона. Мы сегодня получаем с вами скидку 51%, цена только сегодня 3499 рублей. Модель эксклюзивно разработана для нашего телеканала. Брючные костюмы – одна из самых популярных категорий на нашем канале. Более 5000 заказов подобных костюмов уже вами оформлено. Миколушка, помогай нам выбирать размер, чтобы в костюме мы чувствовали себя королевами. Данный комплект у нас, несмотря на то, что выполнен из плотной костюмной ткани, ткань все равно обеспечена эластином, поэтому подтягивается и хорошо формирует форму. Причем тянется она по вертикали и горизонтали, это значит, при носке данное изделие не будет вытягиваться. Эластичная резинка помогает подстраиваться под силуэт. Размерная линейка соответствует размеру, и как мы с нашей моделью Анной определились еще до эфира, он даже слегка свободен, а значит, есть запас, если вдруг поправитесь. Вот, ну и посмотрите, 7000 цена костюма первоначальная, здесь у нас с вами два изделия, но только сегодня мы вам даем на главное предложение дня скидку 51%, 3499 рублей за брючный костюм за два изделия. Ну, Микол, я вот вспоминаю свою жизнь, знаешь, как пролистываешь книгу, роман такой увлекательный, я вспоминаю и понимаю, на собеседование, на работу, в институтные экзамены, в банк, например, да, чтобы взять кредит хороший, чтобы вам оформили, на первое свидание, чтобы создать нужное впечатление. Я выбирала именно костюмы и именно брючные костюмы. Но ты знаешь, я никогда не думала о том, что брючный костюм, он играет действительно такую глобальную роль в моем женском гардеробе. Да, если разбираться именно в эстетике и в истории, конечно же, безусловно, женщина шагнула вперед и с феминизмом, и с тем, что женщина стала на один уровень с мужчиной. Но не забывай, мужчина все равно главенствует во многих сферах. И для того, чтобы иногда соответствовать и играть в его же мужские правила, женщины надевают на себя правильные мужские костюмы, которые давно уже перестроились и стали именно на женский типаж. Тем самым они дают возможности ему или мужскому мнению немножко продавить его и действительно сделать своими женскими уловками то, что им нужно. Поэтому любая селебрити знает, когда она приходит на ковровую дорожку или на какое-либо мероприятие в костюме а-ля мужской стиль или, как его называют французы, «ля гарсон», дает возможность женщине править в этом мире. Ой, мне так нравится, как я выгляжу в этом костюме, как выглядят наши девочки. Вот такой цены не будет. Это действительно, ну, настолько демократичная цена, что просто можно сегодня, не глядя, забирать наш костюм, выбирая свой размер. Забирайте вместе с топом, который вы видите на мне. Называется он «Селена». Цена его 1499 рублей. Здесь, видите, он двойной такой. С бесплатной доставкой тогда у вас будет уже костюм, если вы его забираете с топом. А, ну и топы есть
есть разных оттенков, и яркие, насыщенные, и вот такой лаконичный белый тоже. Слушай, я хочу спросить, мы с девочками все разных типов фигур, да, и вот даже у меня не так заметно, но тоже размер верха и низа, он не совпадает, то есть по верху 46, по низу 48. А иногда еще, знаешь, бывает вот зона талии, она такая, ну, более размазанная, что ли, менее заметная, менее акцентная. Всем ли нам костюм сядет хорошо и визуально будет подчеркивать только достоинства? Во-первых, мне нравится, что бренд Simona здесь применяет именно культовый и актуальный сейчас крой. Это слегка зауженные брюки во французском стиле сигарет, то есть такие утянутые к низу, но при этом не слишком обтягивающие. Свободный крой а-ля с мужского плеча жакет. То есть он не создает брутальности, но в то же время дает расслабленный образ. Иногда жакет можно будет применять как верхнюю одежду, особенно это касается прохладным летом. Поэтому данный костюм будет правильно формировать вашу фигуру, правильно ее преподносить и скрывать недостатки. Потому что главная задача нового бренда на нашем телеканале, как и говорит их девиз, ваша красота, которой вы обладаете, это ваше правило. Да, то есть это то, выглядит... чем вы должны гордиться. Согласна, выглядим безупречно с вами в нашем костюме Тереза. Два изделия по цене 3499. Но смотри, даже если просто отдельно брать жакет во внимание, у меня был жакет букле, жакет льняной, но они не настолько классические, знаешь, под них надо подбирать образы. А здесь, я так понимаю, с образами все легко и просто. Да, набивные жакеты, это, безусловно, конечно же, хорошая инвестиция, но чаще всего, как ты и правильно сказала, нужно стараться подгонять под них что-то. Готовое решение в виде вот такой лаконичной костюмной ткани, с ним проще миксовать, даже добавлять блузы или носить, вот, например, с юбкой плиссе, надевать с любимыми джинсами, даже с полуспортивными элементами. Ну и, безусловно, одно из самых главнейших здесь краеугольных выгод – это его цена. Попробуйте в магазине найти костюм. Иногда даже жакет 3,5 не стоит, а уже тем более, когда костюм в союзе полностью. Да, костюм Тереза – главное предложение дня. Это ваше вложение в себя на все времена. Это стиль, статус, это уверенность в себе и вечная классика, которая не выходит из моды. Только сегодня по цене 3499 рублей за два изделия, за готовый образ. Успейте заказать.